товарищи. Начинаем сегодняшнюю встречу, работу кружка материалистической диалектики. Значит, мы договорились с самого начала, что начнем движение в нашем кружке по материалистическому истолкованию науки логики Гегеля по тому плану, который представил Михаил Васильевич. Было сделано краткое научное сообщение, которое я зачитал, и мы договорились, что перед тем, как начать рассмотрение учения о понятии второго тома науки логики, мы сделаем один небольшой логический шаг назад и начнем с действительности. Значит, надо сделать, так сказать, еще несколько логических шагов назад, чтобы посмотреть на эту действительность, как мы к этому разделу пришли. И вот сегодня как раз мы это сделаем. И для того, чтобы это сделать, нам потребуется уже вот на 533 странице первого тома такая вещь, которая называется оглавление. Вот просто идя по этому оглавлению, так сказать, некоторым образом ретроспективно, мы дойдем до третьего отдела второй книги первого тома, а именно до действительности. Здесь сразу же стоит заметить и посмотреть, как вообще устроена наука логики. Вот, то есть, как она строится, скажем, если брать это по-крупному, тезис, антитезис, синтезис. Такая триада, так называемая гегельская триада. Вот как она показана в науке логики? Мы начинаем с чего? С чего начинается наука логики? С бытия, с того, что есть. И вот мы начинаем рассматривать то, что есть. Это первая книга «Учение о бытии». В свою очередь, учение о бытии состоит из трех глав. Первая глава – определенность или качество. Вторая глава – отдел. Да, второй отдел – величина, количество. И третий отдел – мера. И в мере мы видим на 345 странице в оглавлении, вот читаем «С» – переход в сущность. То есть вот 345 страниц мы изучаем первую книгу «Учение о бытии». Это вот первое, что мы изучаем непосредственно. Да? И даже вот это вот изучение вот этого непосредственного бытия распадается вот на эту триаду. То есть сначала мы берем бытие непосредственно, определенность, качество. Потом видим отрицание этого качества, то есть количество. Второе дело. И в третьем отделе мы видим меру как единство качества и количества и переход в сущность. Точно так же можно сказать и о вот крупном делении науки логики. Мы сначала видим учение о бытии, тезис, потом учение о сущности, тезис, антитезис и понятие как возвращение к бытию, через которое просвечивает сущность. Точно так же и вот если взять только первый отдел, определенность, качество, мы когда начинаем изучать бытие, мы сначала изучаем бытие, потом изучаем отрицание бытия, ничто, потом их единство, становление, это становление снимается, там мы как раз знакомимся с категорией снятия Ауфхебен, отрицание с удержанием. И результатом этого отрицания
этого снятия становления является личное бытие. То есть идет тезис, антитезис, синтезис. И вот в этой триаде, в этом синтезисе находится переход, который ведет движение выше по системе категорий. А тезис – это бытие? Да? Тезис – это имеется в виду то, что первое, с чего мы начинаем. То есть, если мы берем учение, вот учение о бытии мы сейчас взяли, вот возьмем учение о бытии, но раздел, отдел количества. То есть, там тоже идет сначала идет количество, потом вторая глава – определенное количество. То есть, количество с отрицанием, то есть, антитезис, то есть… Сначала идет утверждение, потом отрицание, и потом отрицание этого отрицания. Как это в величине выглядит? Количество, определенное количество, и третья глава – количественное отношение, которое, в свою очередь, переходит в мер в соотношении качества и количества. И мера, как соотношение качества и количества, содержит в себе переход в сущность. То есть в такую сферу, где бытие отрицается. И сначала мы видим сущность как видимость. Потом мы разбираем определенные сущности или определение рефлексии. В третьем главе, в третьей главе сущность достигает основания. То есть везде мы видим вот эту вот триаду. Первое, второе, первое, второе, взятое вместе и дальнейший прогресс по восхождению по системе категорий. И вот уже когда мы достигаем основания, в рассмотрении этих категорий, мы уже прошли ту середину в науке логики, если смотреть на нее целиком, прошли середину и совершилось разрешение противоречий. Противоречие идет в основание, взятое с основанием и при условии возникает существование, то есть такое бытие в сфере сущности, которая уже опосредствована в сфере сущности, но уже имеет форму непосредственности. То есть уже это как бы бытие, но уже как бы как восстановленное через сущность бытие, еще не понятие, даже еще не действительность, но уже такое что-то твердое, что имеет свое основание и условия. И дальше идет рассмотрение второго отдела, если мы берем вот целиком учение о сущности. Мы сначала смотрим первый отдел – сущность как рефлексия в себе самой. И второй отдел – мы видим явление. То есть уже отрицание сферы сущности в самой сущности. Причем такое отрицание, которое уже имеет свое основание, условия, предпосылки – это и есть явление. И вот развиваясь, категории явления, закон, и там еще много интересных категорий достигают действительности. Здесь мы можем открыть 350-ю страницу. Это самое начало учения о сущности, вот в самом-самом конце вот этой вот предварительной такой вступительной записки Гегель пишет: сущность, во-первых, светится внутри себя самой, или, иначе говоря, есть рефлексия. Мы вот на предыдущем занятии как раз разобрали видимость
и дошли до определения рефлексии. Во-вторых, она является. В-третьих, она открывается. Она полагает себя в своем движении в следующих определениях. Первое, как простую в себе сущую сущность в ее определениях внутри себя. Второе, как выступающее в наличное бытие, или иначе говоря, по ее существованию и явлению. Третье, как сущность, которая едина со своим явлением, как действительность. И вот я хочу обратить внимание вот на вот этот третий пункт, на сущность, которая едина со своим явлением, как действительность. То есть, когда мы начинаем наше движение материалистического истолкования науки логики Гегеля по тому плану, который представлен, по той структуре, которая представлена Михаилом Васильевичем, мы начинаем с действительности, мы должны понимать, что действительность – это сущность, которая едина со своим явлением. То есть мы уже прошли бытие, то есть мы смотрим на наше начало не на просто как на то, что просто есть, а то, что не просто есть, то, что существует, то есть материю, которая прошла развитие всей сферы непосредственности, которая уже обладает таким свойством, как рефлексия, отражение, и достигла основания и предстала перед нами как явление. Более того, не только как явление, а еще как действительность. Гегель пишет в одном месте, и я зачитывал это в научном сообщении, что для определения бытия, для определения категорий непосредственности в бытие, это бытие, наличное бытие и так далее, и тому подобное, в сфере сущности это существование, явление, действительность, а в сфере понятия это объективность. И поскольку у нас прослеживается материалистическое истолкование науки логики, мы и берем объективность как первый отдел субъективной логики, меняя его с отделом субъективность. Потому что из действительности никак не может получиться всеобщее, и субъективная логика, которая за этим следует, потому что просто-напросто еще нет субъекта. Потому что мы получаем бытие, когда сущность себя отрицает, да, бытие, сущность сняты, они предстают в понятии уже не как бытие и сущность, но понятие, поскольку есть бытие, через которое просвечивает сущность, это бытие приобретает форму объективности. То есть сначала мы должны пройти этапы развития материи, механизм, химизм, жизнь, и уже только после жизни, вернее, в развитии жизни, когда уже есть субъект, когда появляется человек, тогда мы можем рассматривать субъективность. И в этой субъективности отражение того материального мира, который нас окружает в действительности. Очень часто говорят, вот в действительности дело обстоит так. Что вот значит в действительности? На самом деле. На самом деле. А как не на самом деле тогда? В голове у кого-то. Видимость. А вот не на самом деле это вот все вот это и видимость, и в голове, и бытие просто как бытие. Ну вот на самом-то деле такого бытия, которое было бы только бытием, его и нет. Да и сущность, если мы рассматриваем сущность, то вообще-то непосредственно не дана. Она вообще отрицательная категория, вся сфера сущности отрицательная. Мы не можем сказать, там, это сущность. Можем сказать, это проявление сущности. Но непосредственно сущность мы взять не можем. А что вот мы можем взять непосредственно? А вот действительность непосредственно вроде понятна. Потому что мы не будем там. Это же не только есть, это же еще и существует.
так еще и в действительности. Пока еще. Пока еще. В своем прихождении. Да. Но это нас откидывает в учение о бытии. Потому что если мы будем рассматривать все, что оно как бы в своем прихождении, мы будем постоянно возвращаться в учение о бытии и смотреть на действительность не на как вот такую высокую категорию, в котором сущность едина со своим явлением, а просто как на бытие. Сейчас есть, потом нет. Это как важный вопрос, есть или нет. Но вы уже ушли очень далеко для того, чтобы измерять действительность такими простыми, вроде казалось бы простыми, а на самом деле очень богатыми категориями бытия и ничто. Хотя все равно надо это практиковать для того, чтобы понимать, как будет развиваться дальше дело. Да. Это, я не побоюсь, там это глупый или не глупый вопрос. Действительность, она получается только после того, как какой-то уже материя развилась до такой степени, что она осознает, что происходит. Но она еще не осознает. Если вот я, допустим, зачатки как человек, могу, допустим, осознать, да, сущность и прийти к действительности. Или это развитие самой сущности? Это развитие, действительность, да. Это категория сферы сущности. Но на категории науки логики мы вообще договорились с самого начала и уже давно об этом говорим, что мы смотрим как на развитие материи. Сначала была материя дана как непосредственная. Мы ее тоже никогда не видели, никогда не фиксировали, там, да, и так далее, и тому подобное. Мы логически это все видели. Бытие, ничто. Потом материя себя снимает. Таким образом у нас есть сущность. Есть сущность, тоже сказал, неправильно. Неправильно, да. И уже эта сущность, материя, развиваясь через эту сущность, достигла основания и существование, то есть такой формы бытия, которая не просто бытие есть или нет и все, а которая уже прошла через сущность, то есть обогащена всем вот этим движением. А действительность – это такая сущность, которая еще не понятие, до понятия еще не дошли, но уже и не сущность. Поэтому на 350-й странице написано, что в третьих она открывается. То есть действительность – это как бы открытие сущности. Вот на одном из прошлых занятий Константин говорил, что там есть какое-то открытие, это или не открытие, а я потом читаю, вот открытие, только открытие в том плане, что сущность открывается и предстает как действительность, как такая сущность, которая едина со своим явлением. До основания я это понимаю, а дальше немножечко сложновато уже. С одной стороны, возможно, сложновато, а с другой стороны, вот смотри, а что сложного? Если у тебя есть уже основание, при основании есть условия. Ну, мы это сейчас не выводим, просто как бы наверх, есть условия. Вот такое бытие, взятое с основанием и условием, это существование. Ну это еще я понимаю, существовать без основания. Не получается. Вот есть существование, и это существование, оно же тоже не стоит на месте, это развивается до явления. Да и вообще это явление, это на самом деле та самая видимость, которую вот мы на прошлом уроке, на прошлом встрече все это с разных сторон рассматривали. Оно же тоже взялось как бы не ниоткуда, оно есть, это видимость, развитие этой видимости. Видимость, в свою очередь, остаток бытия в сфере сущности. То есть, когда мы говорим о том, что действительность – это сущность, единая со своим явлением, мы имеем в виду прочную конструкцию довольно-таки. То есть, это такое вот, ну, почти бытие. Или, как пишет Гегель, непосредственность. Он вот не употребляет слово «бытие», пишет «непосредственность».
То есть то, что ничем не опосредовано, не имеет, так сказать, условий. Правильно? Там, насколько я помню, форма непосредственности написана, а не просто непосредственность. В разных местах по-разному, да. Или форма непосредственности. То есть оно уже на самом-то деле, как говорится, оно уже опосредствовано всем предыдущим набором развития. Да, и это тоже надо всегда иметь в виду, когда мы говорим о чем-то вот надежном, таком крепком, основательном, как действительность, все равно надо понимать, что в этой действительности, как это вообще не понимать, что в снятом виде присутствует вся вот эта вот цепочка категорий, которая есть цепочка категории развития материи. Только там материя была есть и все. Вот есть и все, материя. Спорить вроде как не с чем, потому что, ну, посмотришь вокруг, есть и все, материя. И вот эта материя развивается, и вот она развилась до того, что она становится действительностью. В этой действительности уже не только основание, там и рефлексия присутствует, то есть отражение. То есть такое свойство высокоорганизованной материи. Там вначале было вот в этих примечаниях, которые он дает, еще где даже только-только упоминается про становление. Вот примечание 3, по-моему, страница 75. Угу. Вот он говорит: предлагаю людям, которые упорно утверждают, что бытие и ничто разные, сказать, в чем разница-то между ними. Вот. И дальше он там приводит пару примеров и говорит, что... Так, сейчас найду. А, так, соврал. 73-74, второе примечание. Вот. Требование указать различие между бытием и ничто заключает в себе также требование сказать, что такое бытие и что такое ничто. Mm-hmm. Пусть укажут они, о чем говорят. Mm-hmm. Вот. И что он говорит, что для обозначения такого бытия, которое опосредствовано, мы сохраним выражение существования. То есть это слово, оно его там не Гегель придумал, он взял mm-hmm. откуда. Он взял его из старой философии там, древнегреческой. Mm-hmm. Когда они брали бытие как абсолютное, что вот есть бытие и все. Ничто нет. То есть, получается, они берут бытие такое, из которого как бы что-то внутри него есть такое, что позволяет сделать шаг дальше там, к развитию следующей категории. То есть, это бытие, оно что-то в себе содержит, значит, оно посредством. На самом деле, Гегель показывает, что нельзя взять такое. Есть просто бытие, которое ничем не определено. А такое бытие, которое определено, то есть, посредством, это уже существование. То есть, что-то в нем есть. Да. Ну, что-то в нем есть, есть уже на уровне бытия, когда мы рассматриваем в себе бытие и бытие длинного. В нем уже что-то есть. Ну, там есть смысле, это В. Да, так я. В том смысле, что это тоже бытие, но посредственно. Да, совершенно верно. Теперь некоторая параллель с тем, что я начал говорить вначале. Вот структура науки логики, она вообще такая. Тезис, антитезис, синтезис. То есть первое, второе, потом первое, второе взятое вместе. Да? Или бытие, отрицание и отрицание, отрицание. И вот это вот отрицание, вообще отрицание, отрицание появляется в первый раз, когда мы изучаем нечто. Там даже написано, можем полистать, я найду страницу сейчас, что это вообще первое непосредственное отрицание, отрицание. Так это что а вот из этого следует, что это вот подготавливает нас к тому, в сфере бытия, что мы будем изучать потом. И потом-то оказывается, что как бы это мы вот в сфере бытия, там вот на узеньком там отрезочке этих категорий, там вот там бытие длинного, в себе бытие, в нем бытие, там что-то там копошимся, там туда-сюда. Выйти там из этого не можем, потом у нас еще вообще бесконечность получается, и мы сидим и думаем, как. Что изучали, если вообще есть только бесконечность? Какая-то дурная. Нет, не дурная, самая непосредственная, истинная бесконечность. Есть только бесконечность. А конечность в нем только идеальная. А здесь получается, если экстраполировать это в большом масштабе, получается вот бытие как непосредственное. Кроме бытия ничего нет, все формы бытия. А вот существование... Это тоже бытие, но уже бытие с опосредствованием всей предыдущей цепочки категорий.
И это постоянно повторяется. Вот это вот движение. Первое, второе, потом первое, второе взятое вместе. Тезис, антитезис, синтезис. Или бытие, отрицание и отрицание этого отрицания. Спираль. Для вот этой спиральки есть название у Гегеля. И кто назовет это слово, тому вот конфетка. Я и так возьму. Я промолчу. Вот. Самодвижение. Это самодвижение, это тоже самодвижение. Да. Это тоже самодвижение. Почему спиралька? Потому что мы возвращаемся к началу, но уже обогащенные всем, что узнали на витке. Да. Результат взят из движения к этому результату. Создание формы внутреннего это самодвижения, содержания изучаемого предмета. Это метод. Это метод. То есть движение категорий, а мы говорим про движение категорий, как про развитие материи, осуществляется таким образом. То есть мы сначала что-то фиксируется непосредственно, потом фиксируется отрицание этого непосредственного, и потом отрицание отрицания, как возвращение к себе с учетом всего вот этого предыдущего движения. Красиво. И вот этот метод, его вот на примере рассмотрения действительности можно вот увидеть таким образом. Если сначала так посмотреть, так сказать, под микроскопом, там, вот знаю я только учение о бытии, читаю только учение о бытии, только его читаю. И там столько всего интересного, потом оказывается, да нет вообще никакой границы. Что-то ходили с этой границей. Причем граница это же отрицание. Сколько он там с этим, это, книга-то называется, как? Вот. Как первая книга называется? Бытие. Учение о бытии. Да, а там разговор только об отрицании. Постоянно находит это отрицание. Бытие отрицается, ничто. Потом становление там, находит это прихождение. Потом в наличном бытие он находит это небытие, которое принято в бытие. Это же все отрицание. Потом нечто во взятых, нечто иное. Определение и характер, между ними граница. Граница – это отрицание. Он выходит за эту границу, это предел. Потом долженствование. Прогресс в бесконечность. Потом получается, что это отрицание, оно имеет место только в истинно бесконечном. Является в этом отношении идеальным, а бесконечное тогда реальное. Раз истинно бесконечное реальное, и оно одно, значит, оно для себя бытие. И мы опять начинаем как бы для себя бытие, как с непосредственного. То есть у нас есть только для себя бытие, вообще ничего другого нет. Нет другого. Он даже пишет, что как бы если нет другого, то момент бытия для иного, по-моему, там пишет, то ли обратно развернут, то ли какое-то такое слово, и направлен внутрь в себя. И он поэтому не бытие для иного, а бытие для одного. И вот взятое для себя бытие и бытие для одного – это есть одно. И мы опять начинаем с этого одного, как с непосредственности. Учитывая, что в этой непосредственности есть вся вот эта вот цепочка. И никак нам от этого отрицания нигде никогда не отделаться. Вообще, для того, чтобы что-то увидеть, надо как бы взять что-то отрицательное. То есть вторую сторону всегда взять. Поэтому вот непосредственность бытия, она абстрактная. Мы об этом тоже говорили, и он там пишет об этом, что... Бытие – это все абстракция. Она абстракция только тогда, когда вот мы изучаем это бытие. Нам еще там идти до этой сущности, мы даже знать, да мы даже количество еще знать не знаем, когда читаешь там первый раз долго-долго, а потом оказывается, да
Нет вообще никакой границы в этом количестве. Ходишь, бродишь по этому количеству. Нет никакой границы. А отрицание есть. Нет никакой ложки. Нет никакой ложки, да. Вот. Граница, которая безразлична для бытия, она есть. Что определенное количество, это как раз таки конечная, то есть граница. Да. Он сначала идет в чистое количество, а потом только... И там, прежде чем в количество перейти, он пишет, что мы всю главу о бытии, мы пытаемся внедрить отрицание. Оно тебе внедряется, потом кажется, что безразлично. Количестве, и потом она все равно всплывает, и уже получается определенное количество, и потом отношения, которые специфические. Да, а потом еще и в меру, а потом и узловая линия отношений меры, и вообще все это в сущности, и вся вот это вот отрицание вылезает в виде видимости. А потом еще и в явлении. То есть это все вот развитие. Категории. Одна из другой категории выходит там есть. И это отрицание находится внутри рассматриваемого непосредственно. Не где-то сбоку, а всегда внутри. Поэтому вот, раздел «Действительность» такая очень крепкая, надежная основа, на которой можно стоять и двигаться дальше. Вот, но для того, чтобы двигаться дальше, надо все-таки как-то вот осознать вот этот вот метод. И осознается он каким образом? Ну вот другого способа, кроме как читать книгу, не получится. Потому что получится всегда рассказывать о, и всегда получится так вот несовершенно, как я это попытался сделать сегодня. Поэтому надо прочитать всю книгу целиком. А потом начинать штудировать ее, из каких-то мест где-то возвращаться, где-то начинать заново, где-то перечитывать. Когда надо что-то объяснять, это всегда сложно и сложнее, чем предполагаешь это сделать. Ну, это понятно. Вот. Но куда легче объяснять это, когда все уже прочитали и в общем так понимаем, о чем мы говорим. Поэтому всем еще раз прочитать. Еще раз прочитать. Вот. А в следующий раз мы будем говорить о определениях рефлексии. Мы вот в прошлый раз рассмотрели видимость и дошли до рефлексии. В следующий раз пройдем определение рефлексии. Вот. И выйдем примерно на тот же самый рубеж, на котором сейчас закончился учебный год в кружке любителей гегельской диалектики, где Михаил Васильевич вот в очередной раз разбирали противоречия, да, насколько я помню? Да. У меня до страницы 356-я. Сущность содержит в самой себе видимость как бесконечное движение внутри себя. Ну, то есть я вот это именно понял, что мы осознали, что видимость – это момент сущности, то есть внутри вот этой вот сущности, которую мы рассмотрели в начале, что в ней вот этот остаток бытия остался, и он там внутри себя крутится, но не выходит за, при этом вот это вот движение, оно не выходит за границу этой сущности, и вот это вот и есть рефлексия. Вот. Или я неправильно понимаю? Мы когда как движение получалось, мы рассматривали сначала соотношение бытия и сущности. Да. У нас получилось как два наличных бытия. Ряда положенные. Как ряда положенные, да. Затем, по-моему, вроде как мы сказали, что сущность в своем становлении имела бытие. Соответственно, бытие есть внутри сущности. Ну и, соответственно, это, так как видимость – это, по сути, у нас рядоположенное бытие, то оно внутри сущности, как отрицание сущности внутри него самого. Да. И получается, что вот это бесконечное движение закрутилось именно внутри вот этой сущности, но как бы никогда не
переделывая эту сущность во что-то иное. Ну да. Ну да. Ну да. Все, только своими словами, да, да, так. Все, то есть это все самодвижение, это самодвижение сущности. Угу. Просто сначала ты рассматриваешь эту сущность и бытие, как бы, так сказать, по той привычке, как ты рассматриваешь их как бытие, а тебе надо их рассматривать как сущность, то есть как отрицательные категории. Это они друг друга отрицают, и собственно, сущность, она вся как бы отрицательная. Ну понятно, потому что если мы рассмотрели сущность, то это видимость, потому что мы ее... Да, да. И вот эта видимость и сущность, они составляют вот эти моменты рефлексии. Угу. Они друг от друга отражаются. Да, спасибо. И вот ты получаешь эту рефлексию, которая и есть сущность. Ну, фактически. Да. Она как бы не внутри. Ты когда говоришь слово «внутри», тебе как бы сразу как-то какое-то представление о внешнем чем-то, да, что за пределами сущности, опять-таки, пределы сущности, границы сущности, что-то есть. Соответственно, а у тебя здесь ничего нету, кроме сущности. Ну да. А если оно у тебя есть, то это у тебя сразу бытие, и ты раз, сразу же, раз, чик сюда упал. Ты в бытие. Да. И это-то интересно. Я тоже вот в определенный момент, ну, как рассматривал, мне тоже казалось, как вот есть бытие, а есть вот сущность. А есть их единство понятий. То есть у меня как бы рядом было. Нечто. И иное, и вот как бы их какое-то единство, да. Ну, и только потом, как бы, уже много раз читаешь, кажется, что на самом-то деле второго-то нету здесь ничего. Ну, да. Что сущность это, собственно, это самое бытие, только снято. И что вообще нету никакого бытия, которое бы не переходило в сущность. Там, поэтому я и говорю, что если мы берем вот эти все первые категории, на которых очень часто. Люди останавливаются, ну, доходят там до определения, там, ну, до конечного, там, дальше никто не уходит, уже изучающий количество, ну, из известных, скажем, там, условно, там, блогеров, там, я вообще ничего никогда не слышал, чтобы кто-то туда что-то заходил, не говоря уже вот о том, чем занимаемся мы, действительность. Хорошо, спасибо большое. Да, я говорю, вот казалось, что да, есть бытие, есть сущность, они как были первое и второе. Да. А на самом-то деле сущность это вот и есть то бытие. Сколько, есть. Да. И действительность в этом отношении тоже надо воспринимать как вот всю вот эту цепочку развития материи. У меня вопрос, вот я, ну, я задавал чатики, да, которые вот из величины, примечание 2, оно тут к чистому количеству. Вот. Я его когда задал, я на самом деле не понял, но теперь я вот еще раз перечитал и понял, что на самом деле здесь Гегель перескакивает как раз в категории действительности, то есть в конец раздела о сущности. И, собственно, конкретно что? То есть это примечание, оно освещает вопрос о бесконечной делимости материи. Да, значит, ну, я чуть-чуть тут зачитаю, чтобы... Да, конечно. Вопрос. А какая страница, скажи? 164. Значит, начинается все с того, что... Ну, вот мы здесь рассмотрели, что количество, оно, с одной стороны, дискретно, а с другой стороны, непрерывно. Одностороннее утверждение дискретности приводит к признанию бесконечной или абсолютной разделенности. Одностороннее утверждение непрерывности приводит, напротив, к признанию бесконечной делимости. То есть вот он здесь замечает противоречие, что если с одной стороны рассматривать, да, материю, то, ну, здесь он еще не материю рассматривает, а количество, дальше он это к материи еще применит в этом примечании, что с одной стороны, если мы будем односторонне рассматривать дискретность, мы придем к тому, что есть какое-то первоначало и какая-то элементарная частица неделима. А если мы будем односторонне рассматривать непрерывность момент, то мы скажем, что она бесконечно делима у нас материя. То есть, ну а если бесконечно делима, значит бесконечное количество частей. Вот мы там можем сколько угодно прям и туда свалились. Значит, дальше вот он тут ругает Канта, что вот он просто говорит, что типа, ну, Кант предлагал не разрешать противоречия, а просто типа говорить, что здесь нужно разуму остановиться. И, значит, то разрешение этих диалектических построений, которое дает Аристотель, заслуживает великой похвалы,
содержится в его спекулятивных понятиях о пространстве, времени и движении. Значит, и дальше он пишет Гегель, что абстрактная множественность оказывается содержащейся в непрерывности лишь в себе, в возможности. Действительно, по отношению к абстрактной множественности, равно как и по отношению к абстрактной непрерывности, служит их конкретное, сами время и пространство, как в свою очередь по отношению к последним, движение и материя. Найду предложение. Это он не там говорил про... Вот, и в конце он приводит, материя делима до бесконечности только в возможности, и это не значит, что она действительно содержит в себе бесконечное множество частей. И вот, ну, то есть, вот это вот вывод конечный Гегеля о бесконечной делимости материи, что в возможности она бесконечно делима, но это не значит, что действительно существует бесконечное количество частей. То есть, видимо, вот он именно вот это действительно относит вот к действительности, которую вот мы вот рассматриваем, но как это понимать и что это значит, вот его вывод, я хоть убей не понимаю. Почему? Ну, то есть, честно говоря, возможно, я плохо читал, я не помню категории возможности. Она это категория действительности. Ну, она будет встречаться. Ага. Ну, вот, и мне, честно говоря, вот непонятно, почему, если что-то есть в возможности, то это не означает действительности. И что это значит применительно к материи? Все-таки она... Делима или неделима? Или неделима, да. Ну, я попробую ответить, ну, просто из того, что знаю я. Ты когда задал вопрос, он интересный, я, признаюсь, я просто не успел его подготовить должным образом. Я понимаю, я просто... Но хочу сказать следующее, вот то, что касается делимости материи. Мы же знаем, из чего состоит материя. Материя – это вещество. Да. Вещество состоит из... Это неправда. Материя – это не только вещество. Подожди. Ну, вообще, да, материя не только вещество. Есть еще материя, волна еще есть. Это тоже материя. Но я имею в виду та вот материя, которую мы видим. Ну, да. Волну-то мы не видим. Мы ее только... Я сейчас об этом скажу. Мы ее фиксируем только когда мы ее измеряем. Так мы как бы невидимы для нас. Mm-hmm. Есть курс химии. Там что говорится, что вещество из чего состоит? Из молекул. Правильно? Молекулы из чего состоят? Из атомов. Из атомов. Что такое атом? Это из парков. Неделимый. Неделимый. Не переводится. Вот такое. Вот. Атом это а, не в том. Деление. И когда мы говорим, что... Ну, фактически-то он делим. Том первый. Когда мы говорим том первый, это значит, что это просто первое деление. Том второй, том, когда мы говорим. Это вот значит деление. Атом неделимый, но он был неделимым на тот момент, когда химия достигла того уровня, когда они зафиксировали атомы. Но атом-то он же тоже состоит из чего? Из кварков. Вот, да, кварков еще. Атом из чего состоит? А, господи, протон, нейтрон. Подожди. Из ядра. Ну, вот. И облако электронов. Но это уже то, что нельзя увидеть. Это модель такая. На самом деле. А она достоверна? Ну, она вот действительно? Мы можем ей оперировать. Да. Она действительно? Ну, других никаких данных нет. Да. Мы же из действительности исходим, из... Вы же материалисты, правильно? Так удобно. Атом состоит из ядра и облака. Да. Ядро из чего состоит? Из протонов и нейтронов. Из протонов и нейтронов. Из положительно зараженных частиц и нулевых, да. И несущих нулевой заряд. Условно, кстати говоря. Тоже. Вот. И количество протонов соответствует количеству электронов. Вот электрон
нейтральный. Да, вот электрон мы сейчас считаем, что не делим, но понятно, что он делим. Ну вот электрон-то на самом деле, вот он как раз представляет собой такую как бы диалектическую единицу, потому что он же, мы электрон-то не видим, мы же видим только облако, и это облако означает то, что при бесконечных повторяющихся измерениях и фиксированиях этого электрона в том или ином атоме этот электрон находится в некотором поле. То есть это не факт, что он будет там находиться, когда мы его зафиксируем конкретно этой точке, но в некотором поле он будет находиться. А пока мы его не измерили, он вообще волна. То есть его там нигде нет. Поэтому как бы дальше мы же делим, дальше протон, нейтрон. И до какого мы это делим? У нас уже там бозон Хиггса мы уже получили. Коллайдер разгоняется, сталкивает между собой супермалые частицы, в результате реакции которых появляются еще какие-то частицы, которые мы раньше не знали, но предполагали, что они есть. Но они живут настолько мало, что мы только фиксируем след этой частицы и пытаемся сделать ее устойчивой. В этом смысле материя делима бесконечно. Да. И вот в этом-то и смысл. Ну так если так, то она действительно состоит из бесконечного количества частей. Разве нет? Дело тут не в частях. Тут как бы слово части надо убрать. И надо вообще убрать, что материя из чего-то состоит. Она вообще у нас нет ничего, кроме материи. Просто на том или ином этапе развития она предстает, эта материя, вот, в виде бозона Хиггса. Это материя. Ну, то есть, действительно имеется в виду то, что нам явилось. Да? Нам же явилось это. Мы разогнали частицы, столкнули это. Вот нам явление новой частицы. Ну, понятно. Ну, то есть, то, что мы как-то вот там продетектировали. И тогда мы говорим, что это вот действительность теперь, что вот у нас атом делим. Скварки посыпались. А тогда вот возможность, это что значит? То есть то, что типа не явилось, то, что вот в себе там... Ну, мы находимся на каком этапе? Возможность у нас есть разделить бозон Хиггса или нет еще? Нет. Вот. То есть на определенном этапе делимости мы упираемся в те возможности, которые есть. Ну, те, которые нам предстают в действительном мире. Наши технические возможности. Ну, технологические наши. Да, с таким согласен. Просто тогда у меня несколько... Два возражения. То есть как будто бы... Ну, это уже прям супер субъективная логика, хотя, а у нас вроде как действительность еще в объективной логике. Подожди, почему это супер субъективная логика? Ну, потому что вот действительность, она, вот то, как мы как, так это сейчас протрактовали, она подразумевает наличие субъекта, того, кто делит, того, кто может или не может разделить бозон Хиггса. Нет, почему? Это мы привели пример деления материи. Говорится про дискретность и непрерывность. Материя это при этом, она живет, материя существует, и бозон Хиггса существует, вне зависимости от того, достигло человечество той возможности, чтобы получить этот бозон Хиггса, или не достигло. Ну, да. Ну, как бы, вот ты согласен с тем, что вот категория возможности, она подразумевает того, у кого есть возможность, или нет? Нет. Это неправильное понимание. Здесь нету субъекта. Мы до субъекта не дошли. У нас развитие материи на том этапе, да, как мы до субъекта еще не... Я согласен, что не дошли. Раз не дошли, то и нечего его сюда приобретать. А чья же это возможность тогда разделить? Здесь дело все в том, что категорию возможности надо расценивать как действительность. Ну, точно так же, как это, когда мы говорим характер, ни у кого же не возникает такой, а чей это характер? Ну, это характер нечто. Это все категории. Просто они, когда понимание категории смешивается с обычным представлением, вот этим бытовым, ну, возникает некоторое
некоторый диссонанс. Я все время думал, что это что-то вот это, а это на самом деле что-то отличное от того, что я думал. Ну тогда, видимо, я действительно не понимаю, в чем разница между действительностью и возможностью. Потому что, ну вот... вот возможность есть действительность. В определенный момент возможность... В определенный момент действительность представляется как возможность. Еще она представляется как случайность и как необходимость. Ну хорошо, то есть в себе материя бесконечно делима, можно сказать. Можно упустить в себе, можно сказать, что материя бесконечно делима. Но вот с этого начинается примечание, как раз это то, что вот утверждение бесконечной делимости – это односторонность самой непрерывности. Да. Да. А как же тогда другая сторона, мы ее отбросили? Вот мы ее не бросили, надо ее принимать во внимание, говоря о том, что материя бесконечно делима. Но на том этапе возможности как деления, mm-hmm. которое у тебя есть, ты можешь получить бозон Хиггса, а бозон Хиггса расщепить не можешь. Mm-hmm. Не можешь даже, можно. Возможность. То есть, возможно это или невозможно? Ну, на данном этапе невозможно, значит, материя дискретна, и все состоит из бозонов Хиггса, mm-hmm. и так далее, и тому подобное, до молекулы и вещества. Ну, действительно-то она делима, просто по возможности mm-hmm. такой еще нету для того, чтобы yes. его разделить. Тогда ладно. Но это тогда... из логики следует. Это следует из логики. Из логики и того современного состояния технологий, опыта и научных достижений, которые у нас есть. Просто физики считают, что все вроде бы. Да? Не, сейчас считают, что электрон не делим. Ну, дискретно, в общем, вещество. Ну, электрон неделим, а другие да, элементарные частицы делимы. А вот эта дискретность и непрерывность – это два момента делим. Одного, да? Дискретность и непрерывность – это два момента ну, количества возможностей. А здесь у нас… По-моему, электрон еще не смогли определить. Целое – это стоит. Непрерывность. Да, нет, целое здесь количество. А, количество. Непрерывное количество. Непрерывность и дискретность составляют оба момента количества.